Привет, друзья! Спасибо, что смотрите, спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня нас ждет с вами опять, снова, вновь классическая охота на зайца с русской пегой, с гончей собакой. На этот раз мы, правда, приехали не в саму вот Смоленскую область, а на границу Московской и Смоленской области. То есть сейчас мы находимся в Московской области. Здесь также преимущественно преобладает заяц-русак. Ну, то есть русак-беляк, вот, и немного русака. Кстати, сейчас вот егерь наш объехал немножко по дороге вперед на УАЗике и увидел след, причем след свежий, переход русака именно с поля. Я так думаю, что сейчас мы прям вдоль дороги здесь и выставим номера, и собака уже пойдет по этому следу, будет его поднимать. Кстати, сейчас у нас, друзья, с вами праздники, мы уже с вами в новом году охотимся, и это первая моя охота уже в наступившем году. И, пользуясь случаем, хочу вас всех поздравить от души с наступившим Новым годом. А пожелать вам хочу, ну пусть вот каждый день Нового года этого приносит вам такие, знаете, маленькие житейские радости, приятные жизненные моменты. Сейчас вот погода у нас как бы еще... крайнюю неделю года уходящего все стояла такая оттепель, то есть температура от 0 до плюс 2 градусов, и снег вот он такой рыхлый, подтаял в основном южнее. Вот я живу южнее в области, там вообще практически все поля уже открыты, то есть даже тропить сейчас смысла просто нету. Поэтому приехали именно гонять зайца, именно с собакой. Будем охотиться, да, как я уже говорил, с русской пегой. Это кобель, такой 5 лет ему, ну, уже такой возраст. И вообще у них как бы самый такой рабочий возраст, это года 3. Ну, посмотрим, мы первый раз приехали коллективом. Это все нашего коллектива, ребята. Вот, частично я кого-то знаю, ну, опять же, Илья будет. Это уже как бы такой мой напарник, получается, я его тоже позвал. Леха будет, который, кстати, вам знаком по фильму о лосе. Вот в декабре мы ездили на загоны. Это он как раз-таки закричал на пролетающих тетеревов: утка, утка. Вот этот Леха будет хороший такой мужик. Будем вместе пробовать сейчас гонять зайчика. Сейчас ребят встали по номерам, раскидались. Ребята вот там у дороги стоят, Илюха вот там вот. Но я здесь на таком холмике, собака вот так вот пошла, вон он там бегает. Вот, сейчас может здесь где-то этот русак. Опа. Ничего себе кто-то. Да, вот там ребята стреляли. Где-то пошел заяц. Подняли, да, прямо около домов тут лежал. И туда, видать, пошел, в ту сторону. Может, навернуть, кстати. Стрелять стреляли, попали или нет, уже второй вопрос. Да, собака начала работать, по следу пошла. Все на дорогу выходят, да? Этот самый, правильно поняли? Да, 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 да. На дорогу ты промахнешь. Ага, так. Хорошо, что рацию взял. Так, понятно, значит, заяц. Сейчас я вам сказал, заяц перескочил дорогу, видать, туда. Кто-то по нему, конечно, там лупил порядочно. Наверное, не попали, раз так. Сейчас посмотрим.
два выстрела вот с той стороны были, оттуда. По рации сейчас слышу, передают мужики, вроде взяли зайца. Да, как-то он странно так туда убежал. Мы пока с Илюхой туда дошли, он уже, конечно, перемахнул. То есть на нас он даже близко туда и не пошел. Пошел в ту степь. Они уже успели, конечно, туда дойти, выставились. Ну вот так вот. Сейчас посмотрим. Русак, наверное. Да, вот его след, кстати. Это... Да, и собака здесь как раз проходила. Вот он. След. Так вот, один уже есть заяц. Ну хорошо, друзья, из коллектива кто-то добыл зайчишку. Отлично. Добыл зайца, да? Да, сказал, добыл. Ага. У меня выскочил. Ты стрелял-то? Я стрелял, да. Я пропустил. Это ты из гаубицы? Первый номер два раза. Ага. И я потом два раза. Но он уже это, так далее уходил бы. Ну ясно. Понятно. Ну и потом в эту сторону, да, он вот туда вот, в ту степь пошел. Да. Через дорогу, да, перемахнул. Он налез, крутанулся и... Да, понятно. Там он как бы скинул. Понятно. И сюда через дорогу куда-то. Но я так следу пока не вижу, где он перемахнул. Ага. А там уже он стоял, да, этот Сергей, да? Слушай, вот где-то он догон, пошел. А, он просто пошел. Ага, эффективно, видишь? Молодец. Такой странный загон получился. Да он вообще выскочил из-под ног. Ну да, да, я так понял. Он так и говорил, Иваныч, что он у забора где-то там, скорее всего, лежит. Лежала. Кого-то уже с полем, да, можно поздравить? Наверное, сейчас выйдет человек, будем поздравлять. Угу. А как его зовут? Сергей, по-моему, да? Сергей. А он где перепрыгнул? Сереж, прием. Ну, следы где-то есть? Да, сейчас выхожу. Вон там, где перепрыгнул, чуть подальше, да, там? Я-то просто никого сюда не поставил, думаю, там народ дохуя сейчас убьем. А там... собак не бросает, да, она пойдет за ним дальше. Я добиралась с подвывом немножко ходит. Ну, то есть она еще не подняла его, ночной он пахнет, но не подняла еще. Он ходит. Мыло. Ну да, ну такой средненький русачок, я вот нормально. У меня с деревьями трешкой, но ему, видать, как-то пришло. Сразу он начали ко мне кинуть, потом снова, ну, подранил, видать. А потом он на чистое вышел, выбежал. Ничего страшного. Ну, с полем. Спасибо. Такой небольшой, мне, хороший русачок. Мексиканский тушкан, да? Не больше. Ну такой он, да, в принципе, средненький. Не сказать, что маленький, но средненький. Серег, с полем тебя еще раз. Спасибо. Ага. Все тает, лес капает все. Нет, ты не торопись, это больше никуда нет. Ну я понял. А вот просека же, да? Вроде.
поляне вставать бесполезно, на поляне не поедет. Он ходит кустами. Ну, чтобы все-таки видно было. Потому что здесь вот встанешь, если тут вообще нихуя ничего не видно. Да. Чисто. Да. Я вот сюда вообще встал, вот туда, вот на угол. Ну, вот он один раз он там бежал. Да. На угол. А там старый след еще есть. Ну, совсем старый, да. Да. Так, я сейчас найду где-нибудь место. Алтай, ищи зайца, ищи. Алтай, ищи, ищи. Где зайца? Ну вот, друзья, я сел на такой пенечек здесь. Ну, такой обзор, в принципе, хреновый. Но он на открытое место. Беляк действительно не выходит. Иваныч прав, поэтому может пойти лесом, как это бывает. В общем, будем сидеть, ждать ни пуха нам и поменьше разговаривать. Все тает, капель стоит. С деревьев капает. Вот теперь такая. Ну, снег лежит здесь. Ой, удивительно. Ага. Вот так вот. Выстрел оттуда. Ну, в общем, друзья, я часы сейчас не брал с собой, но где-то час-полтора я просидел на этом номере. Вот. Сейчас решили собраться на пятачке на этом, откуда заходили с просеки. Я, кстати, не сюда пошел, наверное. Сейчас так обойду. Вот.
Собака работала, оказывается, по лесе, Иваныч сказал. Кто-то стрелял по ней с номера. Может, видать, промахнулся или подранил. Сейчас уточним. В общем, решили собраться, перекусить. Ну и обсудить дальнейший план действий. Так, кстати, похоже, да, на лосиные следы. Ну, опять же, да, вот, скорее всего, лосиные. Вот, что я еще тут нашел. Вот он здесь. Метки ставил лось. Вот они, рогами. Так что здесь тоже лось есть. Ну, сейчас решим, что будем дальше делать. В принципе, один заяц есть. Хотелось бы, конечно, чтобы он был мною добыт, но пока еще тишина. Ничего, подождем, сейчас соберемся, решим, что будем делать. Вон уже ребята подошли. Сейчас он сориентируется, там пройти какое-то время. Блин, у меня компас где-то был. Ну, вообще вот туда все. Не, ну вот, мы оттуда же заходили. Вон, юг, мох, тут нет моха. Не, это прямо, это не ориентир мох, это все ерунда. Как? Ну так, это заблуждение полное. Ну, лишайники, мхи растут с севера, это полное заблуждение. А? А компас надо брать. Да я посмотрел, туда надо идти. Только мы шли вот оттуда, вот так вот, вот там. А сейчас, ну какая разница, в принципе, наискосок. Выйдем же. Ну, открытого, но... Так же на скрипку. На скрипку тоже быстро, да? Я просто таких ребят никогда не... Я это, на вентилируемой планке стоял, все четко было. Переставил на хвост. Ага. Алтай, Алтай, ну где заяц? Где заяц? А, дружище? Лиса не местная попала. Куда пришла? Без прописки? Да. Местная она покрутилась бы в поле. Кстати, я запиздовала туда поднимать. Прописано, там заяц не ел. Там кто-то еще стрелял, кто не знал. Где? Да, где-то там дальше тоже стреляли. Там, да? Угу. Да, вроде. Но далеко. Лес или тох вот где-то там. Карабин на выстрел? Да вроде ружей. Вроде ружей. А мы здесь стреляли, да. Ну так стреляли, потому что, блин, кто-то плохо стреляет. С восьмого раза. Егерь, да? Ну, жмем выписывать, ты не выписывай. Мы в Москве же брали. Он с Гудуна, походу, делал, судя по внешне. Ну, они такие, да, это... Красные, бледные. С Новым годом. Часть бледные лица, часть красные. Проверяет, кто что где стрелял? Ну, наверное, да. Да и когда стреляли? Стреляли несколько дней назад. Что, как много стреляли? А? Что, говорит, как много стреляли? Угу. Много. Серег, а ты когда шел вот по этому, других не видел там? Следов? Да. Не обращал внимания? Такие тропы... Старые. Ну, просто это не следы, это просто тропа какая-то. Вот, угу. Можно различить какие-то тропы, но там они очень старые после снегопада. Ну что, перекусили тогда это, в путь? Ну что, в болото лезть? Не знаю. Да не, пройти-то можно.
Ну, ничего себе вывернуло, как дерево. Прям с корнями тоже. Да, мы прям по болоту чешем. А чё в болото лезть? Сейчас, друзья, по болоту полазили. Ребята вымокли. Я решил здесь присесть. Лёха тоже обратно идёт. А ребята дальше туда пошли. Вот. Я думаю, что надо заканчивать. Уже темнеть начинает. Пойдем в машину. В машину, да? А может быть это? Да, Лех, а может вот так раскидаемся? Давай так попробуем пройти. Пройдем, да, чуть-чуть, поэтому. Я вот хочу просто посмотреть. Ну, там резко, ё-моё. Конечно, там болото. Нет, это как бы, знаешь, энтузиазм, он хорош, но... О, видишь, о. Да, там по колено, конечно. Видишь, о. И были перспективные места в других этих участках, мы с тобой видели. Давай сейчас так вот пройдемся, может Давай. Быть это... А если собака начнет работать, ну остановимся. Да. Ну а что, уже все равно мокрые. Я не думаю, что через болото она потащит собаку. Ну она вот так, не, вот так вот пойдет. Пойдем, что-то. Попробуем, да? Давай. Я хорошо это сменные носки взял. Я тоже сменные носки, все время уже. Ну, надо еще сухую обувь, а она у меня там в машине. То есть это надо туда доезжать. Полотенце. Полотенце есть. А куда вы делись? Тихо. Не, это они орут. Ну мы, например, с Лехой вернулись в этот колок леса, в еловник, где твердая поверхность между двух болот. Вот сейчас здесь, если собака начнет работать, где-нибудь тут встанем. Ну, сейчас подальше пройдем. Давайте, удачи. Ага, тоже не пуха. Дим, вот слышал нас? Да, иду сейчас. Выжить? Ну да. Вот тут переход, кстати, такой небольшой переходик болота этого. Вполне себе нормальный. Не, ну лучше, я думаю, все-таки по этим бревнам прочесать, чем по болоту. А он, Лёх, это что, лобаз, что ли, типа? Лобаз, что ли? Да хрен. Да? Ну, он так и говорил, вырубок. Ну, вот это не болото, это поле. Нет, он говорил, вырубленный это. Yes. Делянка. Да. Ну, вот это делянка. Так надо было сюда идти. Я сейчас вопрос задаю, там что, поле будет или что? Нет, здесь, там это. Вырубка. А, ну здесь, да, тут каналы эти.
с водой. А, не, обратно, Лёх, там вода стоит. Обратно. Ну мы там шли, вот так вот. Ну сейчас обойдем, мы ближе к машинам выйдем просто. В общем, идем мокрые, нахоженные, довольные, в принципе, физической нагрузкой, которая никогда не помешает, чего и вам советую. И нам вот там же дорога, да? Да, вот он везет, а вот с тобой просит. Ага. Так слушай, мы с тобой вообще красавчики, в комфорте идем по просеке нормально, ничего не мокро, нигде не лазим по этим. Вообще отлично. Правда, темнеет уже, да, Леш? Все. Да. Он вырывает. Ага. Вот он и стеснялся маленький. Маленький. А что я говорю, остаю он туда-сюда. Да я бы не сказал, что прям такой уж маленький, но... Нет, он где-то. А, вот, да. Да, наверное, да, точно. Не, ну, лоси есть, да. Как мы... Вы смотрели фильм, там, крайний фильм про зайца. Да, да, вот. Копытца. Ага. Нет, а тут побольше был, наверное, корова вместе с ним и ходила. Вот. Нет, не зашли. Бегает, ищет мамку. А, ну да, разбили, да, тут этим. Нашумели мы. Поднялись с тобой. Ну да. Вот. Поэтому, в общем-то, охота, можно сказать, состоялась. Один заяц все-таки добыт, новогодний заяц. У меня пока в этом году, в новом, счет еще не открыт, но все только начинается, друзья. Снега бы побольше, вот, в моих краях, там, на юге. Я бы уже потропить бы съездил, но пока, вот, никак. О, слушай, ну, вот так, да, сейчас обойдем. Да, что-то мы уже в воду, уже, как бы, желания особо лезть нету после этого болота. Вот, возвращаемся, в общем, обратно. Да. Ну вот, я говорю, что в крайнем фильме там про охоту я показывал эти следы, эти нарои, эти лосины, кабани и лосиные тропы, там его, тут его очень много. Ну что ж, друзья, вот и подошел к концу еще один день из жизни охотника. Начинает уже немножко темнеть, время уже к вечеру идет. Вот, выбрались мы из леса. Из этого прекрасного, можно сказать, в лесу, вот местами вообще снега нет, хотел сказать, весеннего леса. Ну да, находили даже вот лисички, грибы. То есть у нас вот такая сейчас погода, заяц весь лежит, следа свежего практически нету, беляк лежит. Ну, добыт русачок, я считаю, что все-таки охота состоялась, раз трофей есть. К сожалению, добыт не мной, друзья, но ничего страшного, все только начинается, сезон у меня только открыт. Это, получается, первая моя вылазка на зайчика уже в новом году. Еще раз, кстати, вас поздравляю с наступившим и с наступающим вас Рождеством, все православные христиане. В общем, мне остается с вами, как обычно, попрощаться. Ребята уже готовы выезжать, машины стоят. Пожелать вам большущей удачи в жизни и на охоте, ни пуха вам, ни пера. Ни рогов вам, ни копыт. И пока, до новых встреч, увидимся.